Сэмпай, нежнее, пожалуйста. Нет. мы тут хентайчик смотрим. Кто ведь вообще хентай смотрит, едя чипсы? Ну, вот я лично это смотрел, я кое-что чем другим занимался. Нос выглядит так, словно Чарли держит все под контролем и без моей помощи. Мистер Король Плохиш, можете, пожалуйста, помочь мне? Я не могу достать до самого верха. Можете помочь мне, используя свои крылья? Сейчас вы видели фрагмент озвучки с канала Savic Team, где выходят озвучки по разным фандомам. Например, по УЦЦ, Undertale, Deltarune, Sonic, Transcart, Atari Hasbin и другим. Ссылочка на него в описании и закрепленном комментарии, если вам интересно. Так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие разные новости канала, приколы из жизни. Если вам интересно, то ссылочка будет на него также в описании и закрепленном комментарии. Наконец-таки я добрался до этого проекта, если так можно сказать, который в наших кругах, можно сказать, популяризировал Росаэра, Нелюдимая, или One Giselling, если в оригинале. Сделаем сегодня на первую и вторую часть, а дальше уже посмотрим. Здесь уже здесь не Яндекс-переводчик, а уже субтитры от Ютуба будут. Так что должно быть все, должно быть покачественнее в плане перевода, я думаю. Давайте послушаем, посмотрим. Студия представляет. Оригинальный голландский анимационный пилот. Голландия? О, господи! Сэмпай! Я всегда любила тебя! О, господи, какие гигантские глаза! И я даже не про эти глаза, а вот именно реально про эти глаза. Я знаю! Мой глазик. А кто-нибудь также ест чипсы вот так вот, облизывая свою руку при этом? Сэмпай, нежнее, пожалуйста. Нет. блин. Сука. Мы тут хентайчик смотрим. С тентаклями еще. Блин, а вот мне реально интересно, кто ведь вообще хентай смотрит, едя чипсы? Ну, вот я лично это смотрел, я кое-что чем другим занимался. да ладно, опустим эти подробности. Окей. Так, ой. Опа-на! Привет, Майя! Сука, палево. Зачем? А чё ты без стука, сука, зашла? О, привет! О, привет! Коко! Ты ничего не заприметила на моей двери? Запрещенный код. А дверь ты не додумалась закрыть? Или у вас двери здесь не закрываются? Тогда странно. Раз ты упомянула, да. Что ты делаешь? Ничего. Я просто... Наслаждаюсь ландшафтным искусством. О, какое прекрасное времяпровождение. А она-то... глупенькая. Я сама являюсь большой поклонницей учений Пьер Нефа 20-х годов о геометрических пейзажах. Какой твой любимый художник? Гитлер? Блять, сука. Ну да, как художник он был очень даже неплох в какой-то степени. Ну, вариант интересный. Блять. Сука. Так, презентация по истории завтра. А у меня кое-какие технические проблемы. Что произошло? Блять, я так понимаю, с техникой она вообще не ладит. Окей. Когда первый раз тоже на клавиатуре. Раньше, сейчас вот, я быстро печатаю, нормально. А раньше я также, когда на ферматике сидел и особо еще не был научен владению печатать на клавиатуре, я такой тоже, типа, так, R, а где буква А? Где А? Как мне писать? Попробовала выключать и включать снова.
Да, проверенный вариант, он, по идее, почти всегда работает. Не всегда, но почти. Не особо, видимо. Но затем я подумала, эй, Майя, ведь всегда за компьютером. Так что она определенно знает, как делать презентации. О, господи, ненавижу эти презентации. Я помню, нас всегда вот пытались с начала класса еще привить к этим презентациям. Я всегда был приверженец в этом плане я всегда был приверженец, как бы это сказать, традиционных типа презентаций на листочках, а не вот этих вот, которые там, где они там делаются, там на компьютере и так далее. Всегда это, не знаю, всегда меня это раздражало почему-то. А кто начнет попробовать вместе? Ну, видимо, она не особо за это. Я, в принципе, с ней солидарен. Я бы также, наверное, бы отреагировал бы. Ненавижу презентации. Как хорошо, что мы уже... Последний раз я делал презентацию, по-моему... То ли в первом, то ли в втором курсе колледжа. Слава богу, уже не делаем. Симс играет. И Стимчик есть. Нормально. Я застряла. Я пыталась двигаться вперед, правда пыталась, но... Каждый раз, когда я пытаюсь, я делаю только хуже. Для самой себя. Она, я так смотрю, интроверт, да? Интроверт, да? Нет, серьезно, это была не метафора, я действительно застряла. А, ладно. Блин, пока мне нравится, это прям прикольная, забавно такая прикорюха, прям прикольно. Коко. Голландцы умеют делать мульты, однако. Без паники. А, ну она была раньше обычным ребенком, а потом что-то с ней случилось, и она стала интровертом, скажем так. Помни, это всего лишь этап, не очень беспокоиться. Блин, а это все такая, как и была, так и осталась. Какой-то у нее... Какой-то наряд необычный вот здесь вот. Какой-то древний. О! Это другая девочка. Радуга! Запретите! Дом Спанч Боба? Правда, тут одна пальма, а не две. Ну ладно. Просто представь, ни школы, ни сводных сестер, ни вечных бывших. У тебя уже бывшие были? Ничего себе, когда успела. Чтобы не провалиться, это не приятности. Ой. Май-май, что ты делаешь? Так, как я и думала, мы помали трусливого дезертира. Опана. Еее, голландские шутки пошли. Ты не могла бы развязать меня? Молчать, варварская бельгийка. По распоряжению лордов, каждого предателя нужно вздергивать на рее без суда и следствия. Блин, мне нравится прикольный такой язык, где... Я из Брабанта, вообще-то. Однако для такого хрупкого экземпляра я могу придумать более полезную деятельность, если ты понимаешь, о чем я. О, ты собираешься колонизировать мои венгерские острова? Виргинские. Я так и понял, что уже нет. Ты получишь билет в один конец рисовых полей! Грязный садомит! За кого ты принимаешь свою кровную сестру? Ну, технически в случае удочерения это не... Да что ты намекаешь? Я хотел сказать, это я просто вошла в роль. Это театр. Я не один из твоих упаднических восточных анимационных фильмов. О, господи. Хентай! Это самое... Ты хоть читала мои статьи для школьной газеты? Аниме японские лагеря для души. О, господи.
О, господи, Бона на пика, господи. Как я давно не видел вообще какие-либо мемы по поводу этого аниме. Господи, если так, конечно, можно назвать это аниме. Ничего личного, Майя. У меня просто приподнятое настроение из-за самого важного дня года. А, она прикольная. И дизайн такой смешной. Забавный. Сука, блядь. Она как будто на экстазе сидит, блин. День репетитации по истории! Ну или на каком-то... Или на каком-то очень крепком соке. Флешка. Я действительно превзошла саму себя в этом году, Майя. Мое выступление будет настолько впечатляющим, что я наконец буду назначена представителем класса. Или другими словами... Абсолютная императрица среди утерменшин. Это не то, что делают представители класса. Я хочу, это за Майнкрафт сейчас был. Уверяю тебя, Майя. Завтра ты увидишь презентацию, которую ты скоро забудешь. А это, ну, что-то, видимо, сидит, что-то пытается там все еще делать. Google. Блять, все так же сидит. Г. Она в Гугле ищет Google? История. Ой. Киски? Где мне найти мою историю? История, 34 вкладки. О, боже, нет! Пожалуйста, нет! О, я правильно понимаю, к чему это, блядь, идет? Ой, нет, аду, одумайся, нет, не надо, это не очень хорошая история. Нет, может, история и неплохая, но не для школьной презентации. Блять. Ну, посмотрим, что она там сделает тогда. Мне уже страшно. Фига, только сейчас прилетел комп. Фига, она его запульнула. Это и была моя презентация. Есть вопросы? Блин, обычный среднестатистический класс. Одни спят, другие сидят вот так, как будто они хотят умереть, а другие... овощи полные. Нет, ну есть те, которые сидят за учебниками, ну их меньшинство, конечно же. А да, Коко только впечатлена. Нет, это был буквально список причин, почему ты должна стать представителем класса. А это учитель, да? Я так понимаю, ну, нормальный учитель, выглядит прикольно. Никакого отношения к истории это не имеет. Эй, я также говорила... голосуйте за меня, блин. Я говорила о рабстве? Да, о ведении рабства у... первоклассников? Ненормально так. Фига ты диктатор. А ты провалилась? Придется пересдать. Нетушки. Май-май, только не снова. Я это сделаю! Я устрою стрельбу в школе! Если не стану представителем класса! Ой, только давай не надо ля-ля, пожалуйста. Что-то у меня сильно начало пахнуть дошираком. Какого хера? Май-май, мы не в Америке. Ну да, там это как раз таки популярно. Вот эту стрельбу в школах устраивает, да-да-да. Это многоразовые пули! Не вставать с парты. Фига, она такая пофигистка. Ну, наверняка не первый раз, конечно, она все это устраивает. Она уже повидала всякое, смотрю. О, прикольная кружка, кстати. Ай. Да нормально, просто на бутылке, блядь. Сука. Ну вообще так делать тоже нельзя, хотя я не знаю, как работают законы в бельгийских школах. Ну ладно. На лес консинг им. Обсудим дату пересдачи после урока. Plan of my contour. Мой тонилс. Ну, попытка была хорошая. Сык опыт айне. Постановка? Следующая презентация, Майя.
У меня есть презентация? Моя. Моя. У всех есть презентация. Кажется, я болела в тот день. Ну, это как бы ты не хотел, но это вообще на самом деле не оправдание абсолютно, потому что у нас учителя даже если находишься на грани смерти, ты все равно должен доделать домашнее задание. Только если ты уже не умер, ты не сможешь это сделать. Вот если ты умер, тогда да, ну это действительно да, повод, если ты не сдал домашнее задание вовремя, ну да. А если ты у тебя болел, а если у тебя была температура почти 40, то это не повод для того, чтобы не вовремя не сдать все. Так учителей у нас работала вся эта система. И никто не напомнил тебе? Презентация по истории завтра. День презентации по истории. Блядь, губка Боб, блядь. Нет. После уроков в мой офис. Не очень сработало. Блядь, это по-моему, она какая-то вообще под кайфом, как будто под солями, блядь. Как это находится, господи, боже мой. Коко. О нет, только... Коко, можешь выйти, пожалуйста? Выйди и зайди нормально. Давай не надо, давай без... Может, без ее презентации обойдемся? А то, мне кажется, у нее на какие-то особенные темы презентация. Она заради чего вторую бутылку подготовила? Ну да, ну на всякий случай, если Майя... Майя, Коко, а третью как зовут? Сука, я забыл. Ах, ладно. Презентация от Коко. Привет всем! Моя презентация об истории любви. А именно, любовь к моллюскам в Древней Японии. По-моему, она поняла. Что сейчас будет. Девочкам совершенно нормально влюбляться в мальчиков. Но в Японии девочки также влюбляются в осьминогов. Че, правда, что ли? Я думал, только в хентай так. А, ну она же про хентай сейчас будет говорить, точно. Это может прозвучить странно, но все это было в истории. В истории, блин... поиска одной интровертки. На самом деле, я нашла анимационный фильм, иллюстрирующий эту любовь. Нет, пожалуйста, не надо. Хотя, я думаю, эти вот чувачки... Особенно, блин, она и не такое видели. И она тоже. Давайте посмотрим. Да. И там должно быть дальше было... Вот это вот. Смотрите на эту рожу. Я теперь понимаю, почему вот эту вот девчонку на мемы разбрели. Она везде ее рожа мне всплывает, блин. Реально мемасная такая, блин. Ой, господи. Главное, вот Коко, Майя, вот эту я опять забыл, как зовут. Май-май? Май-май, да? Что сделал не так? Тебе правда объяснить, что ты делала не так? Блин, ну, угарно на самом деле. Блин, есть другие части, там всего, по-моему, 6 частей или сколько там. Блин, нас вот же Зейлинг, нелюдимая. Не зря Росера, так скажем, рекламил, так скажем, этот проект. Реально в этом что-то есть. Такая забавная приколюха про трех девчонок. Одна там хентай там насматривается, другая там какая-то улыбчивая там, а третья просто какая-то упоротая, блин. Май-май, да. Май-май. Классно, мне понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, реакции, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы приходили в новые стримы к видео в будущем. Ссылка на оригинал, на совиктив, на моем телеграм-канал в описании, закрепленном комментарии под этой реакцией. И всем желаю здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока.